Минька, вот мы съехали с хайвея, маленький городишко какой-то, и отошли в сторонку, и вдруг видим, пройтись просто хотели по городу, вдруг видим, такая тропинка с дороги, остановились, тут человек, который против, через дорогу живет, подошел и говорит, can I help you? Думал, у нас проблемы какие-то. Я ему говорю, да просто устала сидеть, говорю, хочу ножки размять. Он такой, ой-ой, конечно, тут по этой тропинке такая прогулка прекрасная, идите погуляйте, а вот мой драйвей, вы можете там оставить машину. И мы такие, спасибо, спасибо. Джоня запарковал там машину у него, и вот мы пошли погулять. А он такой, have a great day. You're welcome, have a great day. God bless. Такие вежливые здесь люди. Вот так. Ну все, надеемся, что у тебя прекрасный день. Пока. Будь здоров, папа. Вон, смотри, там круг. Видимо, здесь где-то по вот этим. Тут куча развилок и тропинок очень много. И они, наверное, здесь гоняют на мопедах, на таких, как dirt bikes, или как они называются. Видишь, как я бросил, это я сразу же забыл. Удивительно. Раз, и все будут люди деньги платить. И ты старые самки, как тебе? Какие самки? А, да ты что, они на пружинах, что ли, были? Наверное. Точно. Меня кусают. Да, меня кусают. Тоже кусают. Пошли. Меня нет. Я не кусаю. Я давно не ел. Так, вон пошла дорога. Веди. Ну, пошли. Вот смотри. Вот они здесь на колесах на своих ездят. Здесь тоже в яме тоже следы. Тут у них, смотри, пикник или... Да. Мы вышли из леса. Оттуда мы приехали. Вот тут дядечка наш нас запустил вот сюда у себя запарковаться на драйвее.